Сегодня я хочу посетить горячие источники. Вот вчера лил целый вечер и полночи сильный дождь, и вот сейчас все покрыто туманом. Это час пик. Сейчас начало восьмого. И микроавтобусы держатся друг друга прямо за пятки. Вот джунгли сейчас вот такие. Немного идет дождь. Непонятно, будет он или не будет. Вот вулкан тоже скрыт. Но пока что идет. Вулкан спрятан. Все везде. Покрыто тучами. Непонятно, удастся мне сегодня дойти до источника горячих линий. Но пока идем. Всем все еще идет мелкий дождь. Зато красиво. Мы идем в джунгли. Краси возьму зонт. Ну что же, сегодня как раз прогулочка под дождиком экваториально. Будем надеяться, что тучки разойдутся. Ну что же, дождик немножко усилился. И нам нужно идти вот влево, в эти самые джунгли. Оказывается, что вулкан 4,8 километра. Нам к вулкану не нужно, так что надеемся, что будет ближе. Скажите, кто когда-нибудь гулял под экваториальным дождем? Кстати, дождь не тепленький, он здесь холодненький. И будучи здесь, не зная географического расположения Суматры, можно подумать, что находишься где-то даже не в субэкваториальной зоне, а в зоне наших широт. Разве что вот эти вот растения показывают то, что находишься в действительности все-таки в тропическом регионе. Ну да ладно, надеюсь, что дождик сегодня не испортит нам горячие источники. Вперед! Пожалуйста, гиббоны. Невиданный зверь. Кто это? Я не знаю. Чем выше мы поднимаемся, тем более влажными становятся джунгли. Все впереди, скорее всего, окутано туманом. Меняется здорово. Внизу я был одет даже в курточку, а здесь влажность, наверное, уже 100%. И очень-очень парно. Ну, красиво. Продолжаю идти к горячим источникам. На возвышенности здесь уже проглядывает солнышко.
Весь туман где-то внизу. Здесь меняется все буквально на глазах. Вот это знак. Позавчера мы шли на пик Сибиряка, а сегодня повернем вправо на горячий источник. Дорога к горячим источникам также уже изношена. Но идет хотя бы пока что прямо, и далее, я так смотрю, пойдет вниз. Ну и надеюсь, что не будет этих трекинговых тропиночек. Увидим. Уже погода, и это радует. Кстати, сегодня среда, 19 декабря. Украина празднует День Святого Николая. Да не только Украина, вообще православный мир. А я вот в джунглях Суматры ищу Николая у горячих источников. Как я и думал, дорога идет вниз. Потому что я смотрел с горы Сибаяк, с вулкана вернее, и все указывало на то, что горячие источники будут внизу. Вот и посмотрим. Вот здесь и панорама открывается, скажу я вам. Просто обалдеть. Я даже не выключаю камеру, чтобы постепенно вас спустить. Вот идет такая вот дорожка резкая вниз. И вот такая панорамка открывается перед глазами. Главное, здесь не скатапультировать, как вот так вот. Уже немножко спустился. И что открывается перед глазами? Очень красивая панорамка. Правда, солнышко немного будет мешать этой панорамке. Ну вот. Видите, какая красота. Очень шикарные виды. Вообще-то дорога к горячим источникам выглядит ничем не хуже, нежели дорога к вулкану Сибаяк. Красиво ведь очень. Места очень красивые. Интересно только, когда идет дождь тропический, как это все выглядит. Здесь, наверное, вода несется такими потоками, что просто становится страшно. Вот такие они здесь джунгли. Жители здесь сумели с помощью растений выложить сердечко. И здесь еще есть вот такой вот трек. Наверное, для прыжков. А может, просто для осмотра. Дорожка. Она здесь очень резко уходит вниз, так что подниматься будет тяжело. Трек будет удивительно классный. Смотрите, какие здесь рощи бамбука. Это просто лес. Бамбуковый лес. Одно, если вы даже не любите, как и я, купаться, то стоит просто прогуляться здесь, посмотреть на всю эту красоту.
даже здесь живут люди и выращивают урожай. Такие же сказочные места. Немножко завидую. Правда, все эти люди живут у подножия такого грозного соседа, как вулкан Сибаньяк. Так что это и сказочно, и одновременно довольно-таки экстремально. Нам пока идти вот по этой дорожке вперед. Среди джунглей, как вы видите, разрабатываются поля и садятся новые урожаи растений. Конечно, труд не из легких. Так вот расчищаются джунгли. А здесь, пожалуйста, уже выращивается урожай какого-то растения. А вот там немножко просматривается картошка. А нам пока идти вниз. Да, трекинг обратно будет шикарным. Вот здесь выращивают обыкновенную фасоль. Вот здесь на огород ходит вот по такому помосту. И это выращивание перца. То есть все склоны практически расчищаются и занимаются под посадку сельскохозяйственных угодий. Видите, вздымается пар. Вот это и есть те самые горячие источники. То есть мы почти пришли. Какая красота. А здесь засажены молодые кусты кофе. Ну и бананы. Оказывается, они здесь тоже могут расти. Пожалуйста, вздымается пар. Вот это и есть горячий источник. Один из, скажем. А здесь люди точно не спят. Посмотрите, какая колоссальная чистка джунглей произошла. Правда, земля здесь в основном глинистая, но, наверное, под что-то рассчитано. Вот, горы все пока что в джунглях. Ввиду их неприступности, они пока выживают. Ну и это, я считаю, хорошо. Не уносило, здесь строится вот такая вот преграда. Мы приближаемся к месту выброса пара. А вот здесь у нас плантация помидор. И это, наверное, огурцы. Довольно хорошо придумано, потому что уже никакие сорняки здесь не пролезут. Вот и воронка впереди. Немножко запах серы. Получается, до
далеко можно не идти. Вулкан работает буквально здесь. Здесь используется энергия вулкана. Вот такая вот небольшая территория. От этой, не знаю как назвать, прямо станции уходят трубы. Значит, они используются на благо человечества. Так что и сюда дошли технологии использования недр вулкана. Видите, используется геотермальная энергия вулкана Сибаяк. Здесь вот этот пар вырывается наружу. Рядышком растет то ли салат, то ли капуста. Похоже на салат айсберг. Вулкан Сибаяк. Мы почти уже поравнялись с ним. Вот такой он имеет вид снизу. Вот он, вулкан Сибаяк. А внизу, как ничего не бывало, люди выращивают. В данном случае перец. Покажу вам эту красотень. Вот видите эти фумаролы. Похожие на сливы. Я не знаю, но здесь их тоже выращивают. Интересно. Можете теперь себе видеть, представить, как эта вся сила вулкана ринулась вниз. Видите, какой кратер был пробит. И вся эта масса летела вот сюда, на это место, где сейчас буйствует растительность. Где-то в этом месте также выпрыскивает вода под давлением вулканического пара. Все заросло травой, вы можете это слышать. Вот впереди раскинулось это село, городок, поселение, не знаю, как правильно назвать, где как раз и в большом количестве находятся эти горячие источники. Само купаться я не люблю, так что заходить туда не буду, но чтобы вы знали, вот так выглядит это место. Мы специально садим вот такие вот растения. Здесь они растут просто как сорнячки. Если вы не хотите идти, то здесь в большом количестве представлены вот такие вот маршруточки, в которых вы можете прийти сюда, если хотите поплескаться. Также здесь можно и жить. Здесь также в основном выращивают разные овощи на фоне такой грандиозной панорамы. И фирмы Карья ищите, и они вас доставят горячим источником.
так вот выглядит одно из мест, где вы можете скупнуться в горячем источнике. Их здесь великое множество, так что выбор за вами. С охота есть здесь и такие вот трамплинчики, где вы также сможете покупаться и попрыгать в воду, правда горячую. Мы вот с вами побывали вместе, где есть горячие источники. Сейчас я возвращаюсь той же дорогой обратно в Берастагу. Ушло у меня 2 часа в одну сторону. Здесь также есть местные то ли птицы, то ли обезьяны, которые воруют урожай. Поэтому здесь тоже стоит чучело. Я здесь обнаружил недотрога. Взрослые растения, это недотроги, ну, правда, колючие, но все же, но также действует сворачивание. Вводим, и процесс пошел. Правда, для этого растения это шок, если делать так много раз подряд, то она может и умереть. Так что много не делайте. Предлагаю еще раз посмотреть вам на чудо природы. Вулкан Сибаяк. Попробуй улови. И вот бабочки здесь есть. И бананчики. Жаль, что они не дозрели. Сорвал бы. Сейчас покушал. Прямое включение, так сказать. Что вам сказать? Спускаться было намного приятней. А подъемчики, скажу вам, здесь конкретные. Устал, но все же продвигаюсь. Совсем маленький кусочек дороги замостили здесь плиткой. А далее снова беспредел. Вспомнилась песенка из детского мультика. По дороге с облаками. Вот они, кстати. По дороге с облаками. Очень весело, когда мы возвращаемся назад. Что-то не очень весело. Подъемчики стремительные здесь. Но врагу не сдается наш гордый варяг. Мы продвигаемся вперед до поворота, где идет дорога на Сибаяк и в Берастагу. Осталось приблизительно 1 километр. А там далее уже немножко будут спуски. Отдохнем. Ну, до Берастагу где-то еще 7 километров, наверное. Вот так вот. Поздравляю в первую очередь себя. Мы дошли до перекрестка. Теперь налево и 7 километров. И будет уже Берастагу. Вот они, милые джунгли, наконец-то. Укрыли меня немножко от солнышка. Все-таки на солнышке экватор есть экватор. А вот в тени деревьев, будто бы у себя дома. Это уже дорога, ведущая к Берастагу.
Вот я и покорил еще одну дистанцию, то есть показал вам, где находятся горячие источники. Они от поворота непосредственно на Сибаяк, ну буквально идти пешком, ну от силы минут 20, наверное, ну полчаса пускай будет. Что они из себя представляют, вы тоже видели. Это бассейны люди сделали, в которых туристы могут себе плескаться. А сейчас я иду обратно в Берастаги. Вся дистанция заняла у меня, получается, где-то от Берастаги до вулкана Сибаяк 5-7 километров. Потом горячим источником еще где-то километра 3-4. Получается, в обе стороны приблизительно 20 километров. Но скажу вам сразу, это вполне по силам, и не обязательно брать мини-басики, а можно вполне прогуляться и посмотреть на природу Суматры. Это уже выход из поворота на вулкан Сибаяк и горячие источники. И здесь нам желают саламат джалан, то есть счастливой дорожки. Спасибо вам. Не знаю, как будет на индонезийском. Вернее, помнил. Вот в эту минуту конкретно забыл. Я все еще спускаюсь. С момента последнего видео включения прошло приблизительно минут 20. На спуск, конечно же, легче идти. Подъемы даются все сложнее и сложнее. Но надеюсь, я все же смогу преодолеть своим ходом эту дистанцию. А джунгли все равно красивые. Я уже на финишной прямой. Конечно же, непонятно, пока увидите ли вы или нет, но эти звуки издает вот эта птичка. Помните, это стоянка микроавтобусов, которые едут в Берастаги. Но мы ими не будем пользоваться, пойдем пешком. То есть мы уже с рюкзаком, я и рюкзак. Запомните, мы, это я и рюкзак, на финишной прямой идем в Берастаги. Вот такие вот здесь паучки. Не знаю, опасны они или не опасны. Но они здесь есть. Дорожка, ведущая в Берастаги. Завтра я отсюда уезжаю на туристическом басе на озеро Тоба, а именно Тук-Тук. Это на острове Самосир находится. Значит, поездка туда мне обходится 150 тысяч рупий индонезийских. Это получается приблизительно 11 долларов США. Пока что я держу путь к Берастаги. Что, помните, какой вулкан Агунг был с утра? И вот какой он сейчас. Почти весь виден. Вот какая красивая панорама. На переднем платне цветы, не знаю, как называется. На заднем вулкан. А мы все еще движемся в Берастаги. Вот сейчас даже видно немножко сам кратер вулкана.
такие вот дела. Еще иду к Берестаке. Видите, какие здесь крутые такси. И здесь великое множество. Вот этот заветный поворот к Берестаке. Нам налево. Видите, здесь все. Если смотреть напрямую, не так уж и далеко. Вот он, Сибаньяк. Это вид с Берестаки. Вот, наконец, и мой отельчик. Вдали. Я пришел. Вот этот масджид из Тихрар, который находится практически у меня под окнами. Кстати, видите, это вулкан. Так вот, эта мечеть постоянно дает о себе знать. Вот мой отель. Кстати, я здесь подержался самое дольшее время. Практически 6. Зачем меня здесь? Люди в основном приезжали 1-2 ночи и сбегали. Может, вино и все. Вот эти вот звуки. Без 10-5 их услышать особенно приятно. Утро имеется в виду. Я вот держусь. У меня выезд только завтра, 2 часа дня. Все, на сегодня я оканчиваю свое видео. И до скорых встреч, друзья. Whenever your heart is broken.